Всем привет, дорогие друзья, дамы и господа. Дождались. Но этот ангар, это освещение, это же секс. Те, друзья мои, кто помоложе, у кого секса не было, знаете, секс выглядит именно так. Но это же не самое главное. А это у нас что? А это у нас Нум. Заходим на главную, понимаем, да? Что Нум хорошая платформа, а на ней что есть, а на ней есть мой канал. Чекайте, я буквально вот сколько времени прошло, я вчера его создал, он уже живет. Я уже залил сюда видосиков, их уже смотрят. Кайфовая кнопочка Донателлы присутствует. Здесь, кстати, очень удобная Донателла. Не Donation Alerts, но чисто вот просто тут регаешь и тут же отправляешь. Это очень удобно. А еще мне нравится вот эта вот надпись. Вы уверены, что не хотите поддержать блогера? Ну, нажимаем выйти. Также здесь присутствует просто кайфовая партнерская программа. Ну, монетизация она же. Просто 50 подписчиков, 5 часов просмотра, и вы уже в партнерке. Для начинающих блогеров топчик. А еще здесь кайфово можно искать. Смотрите. Нажимаем. Ну, пишем танки, да? Мы же любим только танки. Ну, здесь понятно, идут трансляции, клипы, есть хэштеги. Типа сразу же, кто делал с танками хэштеги? Допустим, про танки, мультики про танки, игра про танки, станки. Ну, станки нам пока не надо, на завод рано. Допустим, про танки тискаем. Бэмс, челик, который пилил про танки с этим хэштегом, сразу же появляется видосик. И что самое кайфовое, можно еще с хэштегом сразу же создать видос. Горизонтальный, вертикальный, какой хочешь, с этим же хэштегом. Ну, кайфы. Одно из самых главных у нас присутствует вот тут. У нас здесь что? У нас здесь какой-то понт. Галимый понт дороже чего? Конечно же, денег. Уран. Сюда. Короче. Во-первых, обрати внимание на шрифты. Шрифты кайф. Во-вторых, что я зря 1 800 000 копил? Я что, зря старался? Спидран по прокачке ветки. Погнали. Как здесь делать-то? Куда жмать? Так, ну довольно легко ветка проходится, кстати. Какое-то нововведение или что? Гиперион присутствует. Покупаем. Так, Кайфово, что у меня еще куча скидок накоплено. Так, Арес это уже который из красивых начинается, я помню. Прям так весьма и весьма выглядит. Ух ты, моя зая. Ля. Как Жигули, такой же красивый. Так, идем дальше. Все это как бы здорово, интересно. Паладу я уже на стриме куплю. Мне надо, чтобы девятка была у меня. Тоже красивая. И вот он, венец сумрачного гения. Старения. Вот он, венец ветки. В первый день, в первые минуты мы получаем кого? А вот этого мужчину. Да, мужчина. Так, покупаем. Ну, давайте за full прайс. Нет, конечно. За 3 ляма берем. Знаете что? Закройте глазки. Итак, идем к тунчесту. Нажимаем вот так. О, да. Сюда! Так, теперь мы делаем так. Скидка, кстати, не обнаружена, но брать. Раскошелиться, конечно, придется. Но если ты хочешь быть самым красивым на уровне, то надо раскошелиться. Оборудочку давайте пока просто быстренько пробежим. Я думаю, что можно добавить ему еще бронирование. Мало ли, кто-нибудь сердечники использовать начнет. Это же ужас. Это же прям страх. Так, ну что, здесь вот это я не буду брать. Оно уменьшает бронепробиваемость. Мне это не надо. Не помню, что у него на пробитии. Поэтому сделаем что-нибудь вот такое. Амуниция. Что им дают кушать, интересно? Им дают кушать сухпаёк. Запить вот этим. Снаряга. Ремочка маленькая. Ремочка большенькенькая. Адреналинчик. Ля ты, моя зая. Ты посмотри, что делается в этом доме. Ну шик. Ну блеск. Ну красота. Ранкинг. Сейчас еще ранкинг будем качать. Вообще все будет шикарно. Какие-то тут пилы, гарпуны. Ну блин, это кайфово, конечно. Это смегма это. Или как они это там назвали, не хочу знать. ЕТ штука тоже классная. Значочек, непонятно. Блин, ну круто.
Пойдем, пообстреливаем его с нормальных пушек. Сейчас переместимся в тренировочную. Мы в тренировочной комнате. Решили взять не Ягу. У Яги все-таки кумулятивы. Решили взять танк с таким же охренительным пробоем, как и у Яги. Но нету сердечников. Не знаю, как мы без них справимся. Куда бы можно было... Это у него ничто. Куда же можно будет его пробить с самого сильного орудия? Вот вижу сюда. Че, серьезно? Никак. Чуть-чуть, если мы становимся боком, то вот это становится как будто бы пробивным, но нет. Реально, слушай, никак. Это я, если что, на голде на хари. Я, в принципе, на фул голде езжу. О-о-о, ну тут, мне кажется, я и фугасом пробью. Не, фугасом не пробью. Ну, о, как только он поворачивает, все, видите? Сюда залетает сразу. Эта щечка тоже самое получается. Тут у нас фул, все, пробивается. Целуйки в щечке он отхватывает. А если вот сюда через каточек ловить его? Через каточек ловится все как обычно. Пытаться его закрутить на хори. Давай попробуем эту Вена, как он смотрится, да. Если он на меня прет. Я тебя вижу. Видно НЛД. Ну вот тут только видно, что тут можно попытаться пробить. Ну чисто что попытаться. Все равно это какая-то супер глыба. Даже так через каток не пробивается. Обалдеть, слушай. Я очень хочу на нем играть сегодня весь день. Не хочет пробиваться. Это голда на хори, друзья мои. Это вам не сердечники. Под окном. Ну, борта, он борт подставил, борта пробиваются. Что там эти ваши яги? Что там эти ваши ковыряки? 268 с доп. Пробоем еще попробовать предлагают. Ну, можно. Это все несерьезно. Все несерьезно, пока не выходит чистый рандом. Он на Б поедет. Немножко не то поехал. Неважно. Неважно. Директор не задерживает. Директор не опаздывает. Директор задерживается. Так, так, так. Ну что-то голова. Тебя кто-то боится, да? Я слышал. Ну-ка. На фулочку не полетит. Да. Да. Я хочу выцелить подбашенное что-нибудь. Неужто он так зашит, что даже под башенкой ничего нет? Не, ну ковырять ягой, о, ягой. Ковырять этой штукой его можно, конечно. Ну, а где же у него БК? Борт и дяденька фул синенькой. Ай-яй-яй, больно, наверное, и обидно. Ну, в борта они влетать будут просто как дети в школу. Дока не стреляем сюда. Давайте простой фугой. У меня простые фуги не вожу. Ну вот, смотри, а здесь, получается, у него есть под башней, куда он может кидаться. Ну, тут и вся башня, понятное дело. Ну, вот тут уже... Подожди, все еще могу. А вот тут у него как будто... гиперлисты какой-то, гиперброни натянуты. Так-то он легко уничтожается. Да, бабаха, пук в лужу получается. 268, калиброванные снаряды. Ну что-что, ну советская мощь должна быть посильнее калиброванных снарядов у Яги. В конце-то, или как они там называются? Даже не калиброванные у Яги были. Пердечники, вот. Все, я вспомнил, даже пердечники. Сумасшедшие, которые повышают пробой, где хотят, кому хотят. Фугасом. Кстати, я вижу. О, блин, а почему она тут? Тут как бы... Подожди. Это мне показалось.
Это листы. Я, кажется, научился только что его пробивать. Ну и что вы говорите? Что он не пробивается. Сейчас мы пойдем снова на другие танки. И я тебя снова сюда пробью, смотри. Ну, сюда, понятно. Он пробивается в нижний бронелист. Подожди, надо сейчас взять, может быть, два все-таки босса, Ягу. Ну, я его от борта как бы убью этим. Пол красный. Просто фул красный. Ну вот это я уже все это я вижу. Пробиваю. О. Надо очень-очень острый угол выдерживать. Очень острый угол. И вообще никак не показывать НЛДшку. От борта сложновато будет. Ну, а эта битва будет легендарной. Сердечники присутствуют на месте. Голда здесь. Присутствует голда. Ну это мем. Пошли смотреть. Есть ощущение, что я его сейчас в нижний бронелист пробью. Ну, не в нижний бронелист, а в ту самую броню. Но я на доп броне. Ну, он лопан, это доп броне. Но все на доп броне будут ездить. Я тебя пробиваю. Да-да, я понял. Хотя, слушай, нет. Ну, а если вот так? Блин, ну тут типа... Только 268 берет, я что-то не понимаю, как это. Почему 268 видит вот это вот, как будто бы возможностью пробить. А Яга нет, я что-то в этой игре не понимаю. Нет, Яга вообще не видит здесь, ну, возможно. Ну, типа вот сюда, наверное, могу, да. Ну, сквозь каток лучше ББшиной. И я его сейчас несу урон. Край корпуса. А, клево. Вот эта штука, это вообще ничто. Край корпуса красный, но сейчас попробуем. Через крайний каток давай. Ну, тут вот это, тут зачем целиться, если вот уголочек? Вот борт выбивается. Хочу попробовать сюда все-таки дать. Блин, сердечника нет. Да. Останька ровно. Ну, если вот сейчас чуть-чуть повыше вот сюда. Ну, вряд ли, типа, надо кидать все-таки. Ну что, куда он стрелят, прилетит дальше, да? Типа. А, подожди. Либо я не попал, либо надо подожди. Либо я не попал. Вот какие-то кусочки серые образуются. Это вот же броня. Комбашенка, она как бы вроде выглядит серой. Ну, частично серой. Все, на сердечниках все будет хорошо. Пробой увеличили, второй снаряд добавился, можно играть. На. Поешь какашек. Все, он пробивается. Конечно, в режиме боя обкакайся его пробивать. Но, с другой стороны, делать уже фул имбу, это было бы чересчур. Ну, не знаю, два этих додика во взводе будут громить просто все. Под пушку фуга ничего не даст. Я так понимаю, он хочет прямо сюда, в маску. Ну, орудие сломал ему. Ну, на голде от Яги шальная кам-температрица сюда может залететь. Вы понимаете, что это он стоит, я его выцеливаю. В режиме боя этого не будет. Ну, ладно, подожди, я в клинче.
Да, понятно, когда ты голенький. Ничего. Тут все вижу. Пипец, в клинче тут ничего не видно. О, ну, он разделся, понятное дело. Оденься. Да уж. Типа вообще никак. Я ему вообще ничего сделать не могу. Ну, так-то я его убиваю. Я про башню. А, вот и все. Суши весла. Коси изюм. Но он орудием закрыл. Что вот с ним делать? Мама, вызывай ГИБДД. Как... Стой. Стой. Ну-ка. Там можно сверху ложить. Но это только вот надо просить постоять тогда. Обалдеть. Хорошая машина. Поехали стримить. Сейчас монтирую видосик и на стрим.